Добрый день, друзья. Погода вообще после обеда разошлась. С утра было пасмурно, холодно. Холодно и зябко было, да, Вова? А сейчас прям красота. Даже тепло. Даже вон я в велосипедках. Ой, три ягоды прям. Ягоды будем растить. Серьезные препараты, которые эффективны. А белки руки же, вон их 40 названий, а работают-то 1-2. Сейчас я знаю, самое лучшее лекарство сейчас для сегодняшнего дня, это топики. А петунья в горшке сколько стоит? 500 рублей такая. А вот это вот что за цветок второй слева? Это калибрашка красный, да? Нет, желтый который. А это бегония? Вот этот, да? Да-да-да, а он в какую цену? Он 500 рублей. Тоже 500? Да-да-да. Угу. Есть в рассаде такой по 285. Без горшка, да? Да-да-да, в стаканчике. Угу. Ой, помидорки, смотри. Это помидорки. Да. Бархатцы 60 рублей. Фига себе. Смотри. Такие красивые, да? Угу. Пойдем? Я такие цветок еще ни разу не видела. Охрана. Охрана. Встает охрана. А полиция это с мигалкой? Зашли в Галамарт, сегодня у них вот какая опция, шок цена, 99 рублей. Мне вот эта малышечка понравилась. Они вот двух видов. Поменьше и побольше. Здравствуйте. Сколько стоит? Мама, вот сколько скейт стоит? Недорого. Ну, 279. Недорого это. А у тебя же вообще был этот черный скейт. Где он, кстати? Я не знаю, где он. А кто должен знать? Я не знаю. Здравствуйте. Люблю все маленькое. Маленькую посудку. А не эти огромные бадьи и корыта. Вот такая вот, хочу такую кастрюльку. Хорошая, тяжеленькая. А не то, что эти ведра 10-литровые. Так, тут 4, 3 и 2. Да. А мы как ходили во дворе, так и поехали. Ну, короче, как всегда, нам чё. Сколько там штучек? 24, 25. Конечно. Так, вот здесь посмотри. Тут 10 штук. 10 штук. Там 50 штук, значит, было. Угу.
ну привет еще раз. Вовчик. Привет. Погоду вообще просто не могу. Не перестаю удивляться и восхищаться ею. Даже думаю, неохота. Ну, сейчас пойдем там, наверное, траву с тобой будем рвать, да? Возьмем лопату или топор. Топор. Топором будем рубить там все. Так, хдыщ, да? Ну, хдыщ, хдыщ. О, вообще. Вообще. Вообще, давай. Привет, кстати. Немножко с Вовкой решили прогуляться. Сходили, мороженки посмотрели. Посмотрели, да? Выбирали, ничего не выбрали. Села у нас батарея. Мы пошли в Бургер Кинг. Съели чизбургер. Картошку, да? Ну, короче, немножко перекусили. Вышли. Сели в машину, сидим. Сидим. Ты мало и поела, да? А куда мне есть-то? Тебе надо есть, да? Да. У нас дома так-то есть горошница, есть котлета, даже не котлета, а шницель. И вчерашний суп у меня еще, щи из капусты. Так что еда-то есть. Сейчас надо заехать хлеб взять, молока взять. Больше ничего не нужно. Собаке я сварила. Короче, все сделано. Я, видите, это без палки, поэтому так вот. градус показывает. С утра вообще было градусов 10, наверное. Очень-очень холодно было дома, просто вообще. Пипец. Печка, да? Вова, печка сломалась, да? Где? На обогреватель-то. Не могли сегодня ночью включить с Вовчиком. Замерзли, включали, что-то нифига. Так и не поняла прикола вообще, что с ней произошло. Уф. Ну, хоть пришли в парадке, да? Ладно, поехали мы домой. Немножко с вами увиделись. Да. Всем пока-пока. Мама, дом будем снимать? Не знаю. Ну, придется. Кстати, сегодня видеолепку будем снимать. А, кстати, Вовка сегодня будет видеолепку снимать, если что. Канал Вовочка Коршунов. Видеолепка, да? Угу. Заходите. Поддержите мальчишку лайком. Добрые люди. Я знаю, что вас много. Больше злых. Не знаю даже, снимать вообще, не снимать. Посмотрим, как по настроению. Если что, пока-пока. Но если что, то не пока-не пока. Вот так, да? Да. Ладненько, давайте всем добра.